Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики. С вами, как всегда, Макар89. И, конечно же, мы сегодня будем что-то есть, жечь костер. А заодно об этом обязательно поговорим. Сегодня у нас на обзоре самая популярная в Республике Беларусь баранина. Тушеная, высший сорт от Березовского мясоконсервного комбината. Это самая распространенная баранина. Можно ее встретить практически во всех магазинах, но надо сказать, что других-то у нас особо и нету. То есть вот у меня единственный обзор есть на канале — калининградская баранина, и вот, собственно, береза — ее главный конкурент. Классический березовский дизайн, но тем не менее уже видны современные технологии. Можно использовать лайфхак и открывать без трофейных анатовских ножей. Вот, изображены такие два барана. В принципе, я всегда критиковал изображение живых зверей. А тут мне как-то вот нравятся они. Вроде ничего, так выглядит. Может, потому что банка такая выцвевшая, такая ретро. В стиле 70-х. Обратимся к составу. Баранина, жир, лук, соль. Йодированная обязательно полезная. Ну, туда добавили вещество, чтобы оно не скамкивалось. Ферроцианид калия. И все, в принципе. Лавровый лист, перец. Черный молотый. Видите? Супер натуральный состав. 97,5% закладка. Друзья, обратите внимание. Хранится у нас она сколько? Трешка или двушка? Кто заметил? Хранить после вскрытия они пишут. А, вот такая нам уже двойная дата. Нет. 22-го года. Что-то я совсем в походе сегодня подустал, не могу найти, сколько она годна. Разогреть. Дата изготовления. Забыли, что ли? Ну, ничего. А, 3 лет, не более. Нашел. Вот, кстати, дорогие друзья, хотел выразить особую благодарность моим подписчикам, потому что у меня появилась в описании канала карта МИР. Подписчики, большое спасибо, 20 рублей пришло. И, собственно, на нее была куплена эта тушенка. Она стоит 7,50 где-то. Почти 8 рублей, не дешевая. 3 доллара скоро уже будет ровненько. Вот, поэтому донатьте, и выпуски будут выходить еще чаще. Ну что, думаю, за дизайн поставим крепкую восьмерку и откупорим нашу кубышку. Итак, кубышка открыта, сработал идеально лайффак. И, собственно, смотрим, что внутри. По-моему, идеально запаяно таким вот жиром. Приятный аромат чувствуется. Ну что, сейчас мы сделаем холодный тест. Рекомендую ее разогревать. Посмотрите, друзья, новая вилка у меня на обзоре. Фашистская натовский трофей 85-го года. Ну что ж, проверим. О, смотрите, смотрите, какое мясо скрывается. Алое просто вот за этим жиром. Что, может попробовать немножко такой бутерброд? Жир, видите, и мясо баранье. Запах отличная, молочная такая. Ну, жир этот не отталкивающий. Весьма сытный. Вкусное мясо. Плотная забивка, смотрите, какая. Верю, верю. 97 закладки от березы. Видите, никакой муки. Их любимой. Ну, суховато. Суховато, конечно. Потому что надо греть. Надо греть ее обязательно. Поэтому... Кто говорит, что я много съедаю в холодном тесте? Видите, совсем чуть-чуть. Прорубил такую скважину. И сразу переходим к горячему тесту. Видите, как удобно. Ставим прямо на огонь. И пускай она греется. Сейчас ее обложу дровами. И посмотрим, что у нас будет за чакачбили баранины. Ну, холодный тест. Знаете, 7 поставлю. 7 где-то будет здесь. Переходим к горячему. Итак, итак, прямое включение, канал Макар89, баранина.
высшего сорта вообще самого. Видите, как жир наш расплавился. И сейчас мы ее будем доставать вьетнамским приемом. Вьетконга. Оба-на! Видите, жир сразу слили. Можем его, кстати, очень хорошо горит. Можно разводить костер. Ладно, сейчас я покажу вам, что в этой банке. Полностью вот так вот ее загружу. Горячие утюги. Они нормально. Видите, пустая банка. Фашистская вилка не выдержала испытания натовского. Ничего. Вот так вот мы ее вытерем об наши дрова. Ну что? Вот что мы видим. Такой вот супец у нас получился. Блин, хочется просто посмотреть мясо. Я вот, видите, специально уберу расплавленный жир. Ну, как вам на вид? Ну, в принципе, такая баранина. Запах приятный. Тестим на вкус. Очень горячая. И вкусная. Да, неплохая баранина. Очень хорошо будет с гарниром. Посмотрите. Если ее, конечно, сравнить с калининградским образцом, который у меня есть на канале, там ее меньше в банке, а там получше баранина. Она получила высшие оценки, 10 баллов было у нее там за горячий тест. Здесь крепкая восьмерка. Может, хотелось бы, чтобы она мягче была. Даже на лавровый лист есть. Ну вот какие-то прожилочки, видите. Вот у калининградской такого не было. За это снижаем оценку. А по вкусу нормально. Стоит ли платить за нее почти 8 рублей? Ну, в исключительных случаях. То есть, когда вы хотите именно разбавить свой походный рацион. И уже на говяжьей тушенке сил смотреть нету. Пожалуйста, баранина отличный вариант. Знаю, что есть категория людей, которые не очень любят это мясо из-за его прям молочности такой вот. Когда вкус сливок чувствуется. Но здесь, в принципе, умеренный вкус молока. Мягкая, классная. Крепкая восьмерка, друзья. Можно брать. В принципе, купил бы ли я ее второй раз? Наверное, купил бы. Во-первых, первый пункт, то, что другой, как бы, особо-то не встретишь. Российский практически вот у нас в калининградской мало где встречается. А это практически везде. Евроопт, Корона. Вот так, 7 холодные, 8 горячие. Баранина от березы имеет место быть. Ну, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Есть в описании донаты. Всем спасибо. С вами был Макар89. Выбирайтесь на природу. Тем более уже весна наступила. До новых встреч. Всем пока.